14 у «Зенита». В прошлой игре 29 ошибок за 3 сета было у «Динамо». Сегодня получше, но в целом это много. Это очень много. Но вот сейчас есть шанс на доигровку. Соколов, тяжелый мяч, будет и забивает. Нет, там Волков ногой исполняет! И вот здесь Вадим Лихошертов спокойно. Ох, сейчас прозвучал свисток. Ой-ой-ой! Дмитрий Волков один в один. Илью Казаченко восстанавливает. Судейская бригада у нас. Матч плей-офф, это понятно. Ну, а здесь уже Дмитрий Волков под центр волейбола. Воспоминания. Есть классная подача и классный прием в исполнении игроков Казани. Команда Владимира Константинова первых будет брать перерыв. Но здесь Дмитрий Волков прочувствовал ситуацию, не захотел остывать. И забивает Дмитрий. 16-13 и сам отправляется подавать. Рио сегодня неоднократно уже. Касание здесь просто происходит. И Джон Гордон Перин. И здесь в атаке Амар Курбанов. Готов был Майк. И снова Константин Абаев доводит этот мяч. И Дражен Лубарич. И оказывается, мяч еще в игре. Блок Локомотива не играет. Мне кажется. Да ничего подобного. Да ладно, такого не бывает. Не верю я вам. Это забитый мяч Зенита Казанского. Как они забили. Господи ты, боже мой. Справляется над собой, подбивает. Михайлов мяч в игре оставляет. И Волков снова его это мячи. Не забил, но и не проиграл. Казанцы в защите, дыру. Забить бы этот мяч и взорвется из этого волейбола, но нет. Оставляет мяч в игре Михайлов. И все-таки казанцы вырывают этот мяч. И я думаю, в этой партии вот, кстати, решающим. Давайте аплодисменты. Более накатистый, но плотненько довольно подавал. Здесь классная доводка была у Казани. И молниеносная передача в четвертую зону. Очень неприятной подачей. Справляется Лапинский. Понятно, что сейчас все будет в него лететь. Перин оставляет мяч в игре. Курбанову сложный мяч. Федоров его в игре тоже оставляет. Волков. Волкову тоже нужно забить. И чуть Вербова там не попал. Дмитрий Волков. Когда кулаком показывал победный такой рывк-клич. Как угодно. Это Артем Бойнич. Ерминин в приеме. А вот здесь Михайлов и его фирменная защита. То, о чем мы говорили. Надо Волкову забивать, конечно, такие мячи. Семышев. И здесь начинается просто карнавал в квадрате запасных казанского «Зенита». Самый главный заводящий там Валентин Голубев. Если будет возможность, можно это все показать. Но Дмитрий Волков забил, наверное, тот мяч, который вот именно важно было критически забить ему. Кстати, как и заключительный, так и не очень в этом матче. Поживем, увидим, как говорится. А начинаем мы с очень неплохой защиты от АСК. Не сбивает Вольвич и достанет Лизеленков этот мяч. Должен блестяще оставляет мяч в игре. И третья атака у казанцев будет этот розыгрыш. Здесь Дмитрий Волков должен завершать. Заводит он одновременно публику. Майк Кристенсен вернулся, кстати, на площадку. Его утирать там носом об асфальт, да? Ну просто кричала болельщица Новосибирска, что промажет. Но он, правда, промазал. Очень здорово. Сначала Майка Кристенсен первым темпом смягчили Артема Вольвича. И в итоге Дмитрий Волков остается без блока. Это Богдан. Хорошая подача какая от Богдана. Но посмотрите, как здорово здесь Кристенсен передачами отрядил просто своих нападающих. Там немножко успели даже сейчас обменяться репликами у сетки. Оставляет казаться мяч в игре. Волков. Волков рискует. И Волков забивает свой мяч. Ну вот такой, наверное, мяч Волкову надо было забить в начале партии, чтобы как-то почувствовать себя. Либо тайм-аут Вербова приносит свои плоды, либо подача. А вот снова летит со страшной силой. И с этим волейболистом АСК сложно что-либо противопоставить. 2-5. Стич на подаче. Есть классный прием.
у Казани и самонаводящаяся передача от Майки Кристенсена. И все-таки со второй попытки Дима Волкам попадает. Все-таки опять не в площадку. Вольвич, 14-11. Керменин. В приеме Власов. Михайлов. Третью защиту подряд Волков забивает. Вот это уже кураж. Это очень похоже именно на кураж казанского «Зенита». Следующее затруднение, качественная защита и потом доигровка. Здесь Волков. И Панков вынужден сохранять мяч. Ну а здесь Дмитрий Волков просто беспощаден. Разыгрался во второй партии. Дмитрий Волков, Константин Брянский берет запрос на предмет заступа трехметровой линии. Ну давайте посмотрим. Я думаю, мы сейчас сможем... Пока выигрывает. Ну и в целом я бы отметил преимущество бело-голубых в своей игре в защите. Дмитрий Волков. Дмитрий Волков снова в игре. А у бело-голубых за две партии 19 атак после защиты. Артем Вольвич, заслуженный мастер спорта, блокирующий. Шестой Сэм Деру, доигровщик. Седьмой Александр Волков, капитан-строитель, который у нас участвует сейчас в чемпионате Суперлиги 2009-2014. Четырехкратный чемпион Беларуси, пятикратный обладатель Кубка. Вот игра, но в целом, что команда хорошо усилилась, что и Деру, и Лабинский. Хорошие игроки, один опытный, один молодой. Что вот мы увидим на своей площадке не скоро команду, через ровно через две недели. Волейбольная арена «Динамо». Керменин! Прекрасный прыжок, Лаури! Все в порядке с финским либеро. Отыграли сетбол. Не ошибается Егор Клюка. А Дмитрий Волков печатает Женю Гребенникову в площадку. Либера «Зенита» из Питера. Вместе с командой был признан лучшим диагональным. И стал лучшим бомбардиром турнира в высшей лиге. Кристенсен. Ох как! Волков колотил мяч, и за ним сам чуть не полетел. И это запомнили? Такой момент. 9 мячей подряд отыграли. Сейчас 8 пока. Вот 9. Отыгрывали. Волков здесь. В редких случаях. А вот здесь Дмитрий Волков поверх блока. 22 очко своей команде приносит. Нужно Уралу сейчас какой-то эмоциональный задел сделать. Импонировало, особенно во второй партии. Команда была очень близка к тому, чтобы зацепиться. Ну и наконец-то Волков забил так, как он умеет это делать. Прием на ту сторону. Дима Волков, конечно, такие вещи не прощает. Просто делает так, чтобы мяч плакал. Ну там взять, да, лидерские. Так что на себя, ну вот почему бы не Пакшину, но пока Роману также удается. Отличная подача, но здорово действует и Федоров. Ну а здесь Дмитрий Волков. Дмитрий Волков после тайм-аута сокращает отставание до минимума. А это Дмитрий Волк. Самая сильная атака у казанцев сейчас.